И сегодня утром в Засвияжском районе произошло страшное ДТП. Трамвай переехал мужчину. По словам очевидцев, пострадавшему раздробило ноги. Подняться самостоятельно мужчина уже не смог из-под трамвая. Его вытащили очевидцы трагедии и прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД. Подробности у Натальи Валуйской. 19 августа в Засвияжском районе города Ульяновска на Московском шоссе напротив дома 9Б 8 часов 24 минуты. По предварительной информации, водитель, женщина 49 лет, управляя трамваем «Татра», совершил наезд на рабочего, выполнявшего работы по скашиванию травы, который находился справа по ходу движения трамвая. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 59 лет госпитализирован.